мне было лет 5. Мы жили в районе Чонарыка. И я любил спираться на гору вечером и наблюдать за вечерним городом. Совершенно недавно, год назад, я взбираюсь на эту гору и уже замечаю, что над городом висит плотный слой смога. Я осознаю то, что нужно действовать, даже если не для нас, но для следующих поколений. По крайней мере, делаем маленькие шаги, такие как уменьшить количество потребляемого пластика, брать с собой авоську, когда идем в супермаркет или на базар, брать с собой многоразовую бутылку. Две недели этот контейнер стоял пустой, когда мы его поставили. Я подумал, что-то не то. Поэтому я накопил небольшое количество бутылок из столовой, попросил ее у нашего повара, закинул сюда. После того, как я поместил эти бутылки из столовой сюда, где-то через уже три недели она полностью наполнилась. Это все отвозят завод «Агропром», который находится рядом с полигоном. Оттуда его перерабатывают и из него получают вторичное сырье. Из этого пластика можно получить новый пластик, либо из него делают синтепон, из которого потом можно сделать подушки. Я стараюсь внести вклад, поделиться своими знаниями о том, как можно быть более экологичными и сохранить нашу экосистему. Когда мусор сжигается, мы и последовательно дышим теми твердыми частицами, которые присутствуют в воздухе. И это влияет на индекс счастья, на количество людей, которые, допустим, подвержены депрессии. Территория Иссык-Куль является биосферным заповедником, и даже с древних времен культура кочевья подразумевала под собой охрану, заботу о природе, потому что когда кочевники собирали свое стойбище и собирались перекочевать в другое место, они обязательно убирали за собой весь мусор.